Всем привет! Вы на канале Лазница, и если вы случайно попали на это видео, то подпишитесь сразу, чтобы не пропускать мои новые видео и не потерять мой канал. Сегодня я буду делать прическу на вот таком вот парике, так как я не обладательница длинных и красивых волос, а вы у меня просите прически на такие волосы, и решила показать вам сегодня прически. Это мой новый парик, он мне недавно пришел, и, по-моему, это самый классный парик из всей моей коллекции, реально, он такой крутой, цвет мне очень подходит и очень нравится, и он реально не похож на искусственный, то есть он похож на натуральные волосы, вот посмотрите, просто шикарно, и цвет, и волосы идеальны, в общем, вот так вот он выглядит на сайте. В принципе, это меня и подкупило, все эти фотографии, и не разочаровало, когда он пришел. То есть все пришло так же, как и на фото, что большая редкость для китайских сайтов. Поэтому я очень довольна и решила поделиться с вами, может тоже кому-то пригодится. Реально крутая вещь. Чтобы не отвечать на каждый комментарий, я обязательно оставлю ссылку вам, заходите под видео в описании, и там она будет вас ждать. В общем, вот такой вот парик, он сделан из тресов, но вот тут вот, там где пробор, такая накладка цвета кожи, и оно сделано так, как будто волосы как из кожи растут, в общем. И все, давайте уже приступим к самому интересному, к прическам. Сегодня я для вас подготовила три прически, простые, красивые и навьющиеся волосы, потому что вы часто просили меня снять такое видео. У меня есть еще один парик с такими темными, тоже вьющимися волосами. Если вам интересно, дайте знать сейчас в комментариях, поставьте на паузу и напишите, интересно вам будет смотреть такие видео или нет. И если да, то я сниму, конечно же. Ну а сейчас хватит разговоров и приятного просмотра. Oh,
honest and true, wrote this for you, Daisy. Let's go running in the rain. I've been there and back again. So hard. Love's the cure right from the start. Oh, the love we have is true. There is something special in you. Since your sun has set and the clouds are all misled. Oh, let's go running. Side till we cross the finish.
Ну вот и все, вот такие вот три прически сегодня я для вас подготовила. Это еще не все, будут еще видео. Если вы досмотрели до этого момента, то оставьте какой-нибудь серый смайлик. Посмотрим, сколько нас досмотрело до конца. Если вы еще не подписались на меня, то как же так? Давайте ставьте на паузу и подписывайтесь обязательно. Ну и конечно же, если вам понравилось это видео, то не забудьте поставить лайк. Еще раз повторюсь, что ссылку на парик я оставила в описании. Не спрашивайте у меня, где я его брала, пожалуйста. Ну и у меня на сегодня было все. С вами была Лазница Вика. Хорошего всем дня и пока.